Привет всем на кухне для всех. Домашние всякие разные мы тут готовим вкусные рецепты. Сегодня у нас очередной выпуск с природы, и мы с вами будем готовить свиные отбивные на мангале в очень интересном маринаде, который я вам сейчас покажу. Использовать будем вот такую вот прекрасную отбивную свиную. Она у нас идет вместе с костью. Мы кость срезать не будем, прям вместе с костью и пожарим. А для начала нужно сделать маринад. Берем емкость, в которой мы будем делать наш маринад. Для нашего маринада нам потребуется свежее светлое пивко. Открываем бутылочку. Примерно полбутылки будем использовать. Отправляем сюда соль, отправляем сюда сахар, берем ложечку и перемешиваем, чтобы наша соль и сахар растворились в нашем пиве. Теперь мы берем нашу ступку и зерна кориандра и чуть-чуть это все перемолим. Отправляем размолотый кориандр в нашу емкость. Теперь мы берем один лайм и снимаем овощи чисткой с него цедру. Старайтесь зацеплять вот без этой вот белой штуки, только зеленую вот эту вот кожуру тоненьким слоем. Можно это сделать на мелкой терке. У нас просто нету мелкой терки под рукой, поэтому я вот таким путем действую. Ну а вы можете просто терочкой так чик-чик-чик на мелкой туда сразу все это натереть. Мы берем нашу цедру, и нам нужно мелко-мелко ее порезать. Мелко нарубленную цедру мы также отправляем в нашу емкость для маринада. Разрезаем наш лайм напополам и выдавливаем сок в нашу емкость. Еще мы возьмем одну ложечку меда, добавляем тоже туда, в нашу емкость. И теперь все это хорошо нам нужно перемешать, чтобы у нас получилась однородная такая консистенция. Теперь мы отрезаем наши отбивные друг от друга и отправляем в нашу емкость в маринад. Теперь хорошо тщательно перемешиваем наше мясо в маринаде. Прям вот так вот, со всех сторон вот так вот кусочек. И теперь вот так вот прижимаем, чтобы они у нас утонули. Теперь мы это дело отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы у нас все хорошо промариновалось. А потом будем разжигать огонь и жарить наши свиные отбивные. Ну что, друзья, у нас прошло часов, наверное, 5-6. Была прекрасная погода, когда мы мариновали нашу свиную отбивную. Потом вдарил дождь. Мы ждали, пока он закончится. Сейчас он, кстати, тоже чуть-чуть подкрапывает. Но меня это не пугает, потому что я очень хочу попробовать это мясо. У нас уже разогрелись угли. Я буду использовать обычную решетку. Поэтому мы берем наше мясо и выкладываем. Начинаем обжаривать на решетке наше мясо, периодически переворачивая с одну на другую сторону. Ничего сложного. Минут 20-25, и оно будет готово. Ну что, давайте вот один кусочек у нас был поменьше. Давайте его попробуем, потому что он, я думаю, готов.
остальные мы еще чуть-чуть пожарим. Давайте посмотрим, что у нас на разрезе. Вот такое вот у нас получается мяско. Достаточно сочное. Давайте попробуем. Мягкое. А к этому маринаду вообще вопросов нет. Здесь такая насыщенность во вкусе. Вот эта вот кислинка от лайма. Вот это вот какая-то такая хмельная, какая-то такая наполненность присутствует, но не ярко выраженная. Здесь нет какого-то явного там пивного вкуса. Это просто вот такой, знаете, какой-то хлебный такой привкус, такое хлебное дополнение. Давайте еще, знаете, я что хотел попробовать? Мы готовили также сегодня очень вкусный соус. Его вы можете уже у нас на канале найти. Здесь помидоры, много зелени, чеснок. Давайте попробуем. Еще становится намного сочнее, еще намного насыщенней. Такой, знаете, здесь пряно-томатный привкус к нам добавляется. Но здесь, смотрите, сами по своему вкусу. Без этого соуса этот шашлык будет и так великолепен. Просто чисто покушать мяско. Например, под пенный напиток. Почему бы нет? Хорошего вам настроения. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще не подписались. Ну и до скорых вам встреч. Живите вкусно. Пока-пока. Скоро увидимся.